Импортозамещение – одна из актуальных задач на данный период. На мясоперерабатывающем заводе в Одинцове уже начали приобретать оборудование российского производства. В этом году есть у нас планы на будущий год законтрактоваться в покупках российского оборудования. Со стороны главы было много предложений к нам и оказание помощи в плане развития нашего предприятия, видя у нас потенциал. Глава муниципалитета Андрей Иванов осмотрел предприятие по переработке мясной продукции и ознакомился с производственными особенностями. В числе важных процессов – обвалка, жиловка, разделка мяса по сортам. Посмотрели и современную технологию производства колбасы без оболочки. Другие цеха также не остались без внимания. Далее мы проследовали в цех упаковки, маркировки и нарезки, посмотрели, как происходит сейчас на технология и организация процесса упаковки товарной группы сосиски-сардельки, порционная нарезка, сервировочная нарезка. Особое внимание уделили нарезке роботизированной технологии. Производственная площадка отвечает высоким стандартам качества и организации рабочего процесса, отметил Андрей Иванов. На будущее у предприятия намечено уже много планов по развитию. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».